Сегодня же в США оглашен вердикт по делу колорадского стрелка Джеймса Холмса. Его приговорили к пожизненному заключению. Напомню, ранее жюри присяжных признало его виновным в стрельбе и массовом убийстве в кинотеатре в городе Аврора. В результате погибли 12 человек, 70 получили ранения. На слушаниях по этому делу психиатр заявил, что на момент совершения преступления подсудимый был вменяем. Позднее 11 из 12 членов коллегии присяжных проголосовали за смертную казнь для подсудимого. Однако, согласно законам штата Колорадо, для установления высшей меры наказания решение должно быть единодушным. В итоге, повторюсь, Джеймс Холмс приговорен к пожизненному тюремному заключению.